случае на престол зайдет мой сын. А судьба твоего мальчика неизвестна. На трон зайдет сильнейший. А именно тот, чья мать окажется сильней. Да мне похрен. Жить захочет, отползет. Нельзя совмещать вот это и это. В смысле нельзя, они сделаны друг для друга. Не нужно денег, правда, мне по кайфу делать гадости.